Добрый день, дорогие сногорцы, уважаемый Владимир Ильич, уважаемые гости. У нас сегодня действительно очень хороший, солнечный, праздничный день. Мы завершаем реконструкцию станции, железнодорожной станции Ясногорск. И хочу сказать, что, конечно, это не только реконструкция станции, это во многом и развитие города. 150 лет назад здесь появились первые тепловозы, тогда еще паровозы, и когда открылась железная дорога означала начало развития территории, новая жизнь. Дорога так и есть. Там, где есть современная дорога, там есть жизнь. А без железнодорожного транспорта нет современной жизни. Потому что железнодорожный транспорт – это на сегодняшний день самый эффективный, самый доступный транспорт как для перевозки наших жителей, так и для перевозки необходимых грузов. Я благодарю руководство железных дорог Российской Федерации Владимира Ивановича Якунина, директора, председателя правления РЖД. И, конечно же, я благодарю нашу железную дорогу, это нашу московскую железную дорогу, Владимира Ильича, за то, что он с Тульской областью работает очень активно. Каждый год мы вводим по такой станции. Каждый год. Вот 3 года я служу на Тульской земле, 3 года мы каждый год вводим по станции. Уверен, что эта работа, она не остановится. Нам нужна ваша помощь, Владимир Ильич. Мы с вами дружим, мы вам благодарны, но нам нужна ваша помощь, чтобы мы и дальше станции приводили в порядок, чтобы станции давали новую жизнь нашим городам и населенным пунктам. Но и еще, конечно же, это всегда возможность вспомнить свою историю, вспомнить великих людей, которых родила Тульская земля. На Тульской земле много знаменитых людей. Да вообще Россия очень богата своими жителями, богата своими предками. Я желаю всем ясногорцам здоровья и доброго пути, потому что действительно с такой станции с удовольствием можно отправляться в любую поездку. Поздравляем вас! За долголетний и добросовестный труд на железнодорожном транспорте и активное участие в реконструкции станции Ясногорск благодарственными письмами губернатора Тульской области награждаются Сергей Викторович Дрыков, электромеханик Тульской дистанции электроснабжения Московской дирекции инфраструктуры. Николай Петрович Орлигов, электромонтер Тульской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Московской дирекции инфраструктуры.